Как же мы давно с тобой не играли в Closing Store Simulator? Всем приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть в Closing Store Simulator. И такое чувство, что уже прошла целая вечность, серьезно. Потому что я так соскучилась и даже не помню, когда последний раз играла. У нас только сейчас было новеньких симуляторов, что об этой игре я уже просто забыла. Так что давай наверстывать упущенное. Что ж, приятного тебе аппетита, приятного тебе просмотра. И поехали заканчивать этот денечек. И сегодня мы с тобой доделаем перестановку и купим новый бренд. Да, купим с тобой новый бренд. О, обувь пропала. Отличненько. Так, хорошо. Ладно, давай я это сложу. Наведем здесь порядок. Давай наведем порядки, а то у нас какой-то бардак. Полноценный платежи. Ты мне опять забыл написать в комментариях про платежи, а я забываю. Вот посмотри, пожалуйста, напоминай мне каждый раз, что нужно оплачивать, что это все нужно оплачивать. Так, давай-ка подтаскаю все, потому что совершенно нету товара на полках. Это не дело. Оп. И после другой игры что-то непривычная чувствительность мышки. Так, хорошо. Штанишки. Все имеется почти. Что у нас здесь? Красные футболочки. Красных футболочек почти, я смотрю, не имеется. Зато здесь у нас целые паки этих футболок. Обновления вроде как не выходили все это время. Ничего такого не добавлялось. Но я думаю, они готовят что-то интересное, разработчики. Потому что они поддерживают свою репутацию, постоянно обновляют игру и добавляют что-то новое. Так что, скорее всего, скоро что-то добудет. И теперь нам нужно вот эти вот костюмочки. Костюмочки водолазов зафигачить. Так, он там все разбирает, пусть разбирает. Нам все же нельзя забывать про пополнение одежды вешалок. Потому что эти не справляются. Нам, конечно, надо перестановочку сделать, но нельзя забывать про сам магазин. Иначе как бы уровень будет уменьшаться, и покупатели не будут ничего покупать, и прибыль уменьшится. Да, вот так вот. Так что. Давай, поехали. Я беру вешалку. Вот, знаешь, что мы решили? Вот тут мужское, вот это вот просто потрясающе стоит. Мне очень нравится. Вот это вот все потрясающе, мне очень нравится. Так, мужчина, вы прекрасный. Мужчина, вы просто прекрасней некуда. Так, на тебе свитер. Просто я не вижу тут мужика никакого в этом свитере. Так что, похоже, он, ну, вот. В свитере и в штанах. Да, свитер, штаны, хорошо. Так, еще штаны мне нужны. Там очень мало штанов. Вот. Готово. Дальше, что у нас? Пока они пусть так стоят. Я их потом куда-то перемещу. Я имею в виду эти манекены. Так, это что-то неровно, мне не нравится. Неровно. Вот, ну хоть более-менее. Так. Вот это все надо убрать. Естественно, это... Подожди. Сюда. Новая вешалка. Вот она. Вот. Это так. Вот это я беру, и это я продаю. Упаковываю, продаю. Круглая мне почему-то не нужна совершенно сейчас. Так, теперь мне нужна моя футболочка, которых очень много. Но почему-то в магазине ни одной. Женщина-леггинсы недоступна. Так, женщина-леггинсы. Окей, я поняла. Женщина-леггинсы недоступна. Ага, хорошо. Вот и думаю... На вешалку их вешать или так? Мужское тут смотрится, знаешь, нормально. Вписалось. Как тогда вписалось? Ну вот сейчас женское, я не знаю, как это вписать. Вот здесь момент такой вот. Интересный такой. Юбочки, фуфайчики. Я просто думаю. Ты как бы, ну... Не обращай внимания, я просто думаю, куда, что, как поставить. Не обращай внимания, хорошо? Я просто это...
мозговынос идет. Так, давай-ка вот это дальше. Вот так вот. Пусть здесь будут футболочки яркие, я думаю. Дай пройти! Оп. Того у нас уже 82 тысячи. Слушай, жесть. Оп. Кстати, мы вроде ж можем нанять новых работников. У нас 36 уровень. А ну-ка, давай глянем. Так. Сотрудники. Пополняющие заказы. Запасы, мы можем двоих нанять. Давай, раз. Два. Отлично, работник склада. Тоже двое. Раз, два. Ёшкин, матрёшкин, посмотри, у нас теперь их будет дофигища. Они теперь намного быстрее это смогут все выполнять. Господи, как я рада этому, как же я этому рада сильно. Очень сильно я этому рада. Так, сюда у нас вылезет, не знаю, вот можно штаны сюда поставить, например. Вот, ну вот штаны, например, мы сюда поставили. Можно, знаешь, вот так вот. И даже, ну... Вот. И типа здесь можно спокойно пройти, что-то сделать. А туда мы сейчас запихаем цветочек. Какой-то. Наверное, белый. Мне нравятся эти белые цветы, я хочу этот белый цветочек. Да хватит трогать это. Бренды. А, мебель вообще-то. Вообще-то мебель, и мне нужен цветочек. Очень красивый. Вот такой неплохо будет смотреться, естественно. И вот эти я обожаю. Парочку сразу добавлю. Вот это тоже ничего. И вот это тоже ничего. А, в магазин. Пусть пока они вот это все переносят. Тому подобное делают. Я сейчас все переставлю, чтобы уже была красота у нас. Пипец какая. Оп. Давай-ка. Оп. Смотри, красиво. Красиво. Смотри, какая цац. Смотри, как красиво. А сюда женщину поставим. Вот это. Вот. Вот так вот. Ну что, что ты возникаешь? Ну вот такие вот дела. Не возникай, пожалуйста. Не возникай. Не надо мне тут возникать. Возникай ты здесь. Не надо. Даже не пытайся возникать. Так, женщина, нет. Ты здесь не подходишь никаким образом. Так. Это я беру, упаковываю и уношу. Видимо, вот сюда. Видимо, вот сюда. Кстати, а у нас что, расширение еще доступно? Да, у нас с тобой расширение. Ну, давай купим расширение. Оф. Не, ну слушай, пока перебор. Пока перебор. Я там сейчас все, конечно, вот покрашу. Но мы туда сейчас лезть не будем. Я уже только еле сейчас что-либо выставила, я не хочу туда снова лезть. Вот давай я вот так вот сделаю, чтобы как бы, ну, особо видно не было. Да, ёпта! Как мне пройти? Вот. Всё. Как будто ничего не было. Все, мы пока расширяться не будем с тобой. А пока расширение мы не купим сразу на всю линию. Не нравится мне такое, не нравится. Тут больше, дольше переставляться занимает времени, чем все остальное, понимаешь? Вот. Так, хорошо. Еще один белый цветочек. Вот такой красивенький мой белый цветочек пойдет вот сюда. Оп. Красота. Я хочу еще одну вот сюда для штанов поставить. Оп. Штанишки. Еще одни будут. Оп. Вот. Так, давай-ка я вот так вот сделаю. Раз, два, три. Вот. Много штанов, естественно, не бывает. Сейчас надо еще леггинсы поставить. Давай упакую и продам. Так, теперь мне такие же нужны для леггинсов, походу.
Упокой, упокой и сюда. Упокой, упокойся! Так. Так, стоять. Стоять, не двигаться. Мне нужны вообще-то для одежды эти штуки. Нет. Вот эти. И парочку вешалок. Отлично. А, вы тут отдыхаете? Все сидят, отдыхают. Сейчас я им работенки тут вниму. Смотри, отдыхают. Кстати, а тут у меня все окей? Да, я вроде ничего такого не покупала недавно. С данными у нас все окей. Молодец, за этим я проследила. Так, в магазине у меня вот этого мало, вот этого мало. Вот это вот. Так. Дальше вот это вот. Вот это вот. Клад. Вот это. Вот это вот. Вот это вот. Вот этого совершенно мало. Пусть работают, что они там отдыхают? Давай, работай. Угу. Так, еще чуть-чуть. Вот этого очень много. Вот этого раза три. Так, вот этого у меня нету. Штанов у меня совершенно нету. Как обычно, у нас большие поставочки. Очень большие поставочки. Много денежек, естественно, тратим на это. Угу. И юбочки. Еще специальный дизайн. О, мы, кстати, специальный дизайн можем еще вон сколько штук сделать. Этим, если мы успеем, займемся. Мы этим займемся, если успеем. Так, поехали. Так, дальше. Здесь у меня будут, например, идти, не знаю что, не знаю даже что, сто. Может, мне как бы, ну, так вот ставить. А вот. А потом вот так вот. Как думаешь? Оп. Так, свитер, свитер. Женщина в свитере. Иди сюда. Красивая. Красивая женщина. Вот тебя вот сюда вот. Хорошо. Так, дальше. А, лучше, конечно, тебя не сюда поставить, чтобы подлагивает жестко. Вот так вот. Ой. Вот. Кстати, юбки мы же можем положить. Мы юбки тоже можем положить, например. Как вариант. Что это такое? Так. Так, хорошо. Давай леггинсы всякие вот сюда поставим. Вот. Давай вот так вот сделаем. Давай, наверное, все же вот так вот. Было красивенько. Так. Хотя нет, знаешь, что я придумала? Знаешь, что я придумала? Я кое-что придумала классное. Я кое-что классное придумала, смотри. Смотри, что я придумала. А? А? Смотри, смотри, смотри. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, подожди. Блин, отдыхает, зараза. Так, где это? Смотри, смотри, смотри. Оп! Стена! Круто! Круто! Ты когда-нибудь видел стенку? Вот и я нет. А тут у нас может быть стена. Тут у нас может быть стена. Мы можем просто к стеночке поставить. И тут с этой стороны, думаю, будет тоже неплохо. Просто мы не будем видеть, что происходит, например, в обуви. Вот это большой минус. Может, есть что-то типа маленькой стены?
Нет, есть вот такие вот столбики, например. Так, давай я хоть попробую покрасить, что ли. Посмотрим, как это будет смотреться. Ну, естественно, смотрится неплохо. И так, думаю, тоже будет неплохо смотреться. Так, давай кепку сюда брошу. Пусть лежит. А, тоненькая, вот она. Или маленькие вот эти вот сделать. Слушай, просто маленькие. Вот такие. Как бы там, ну, без разницы. Будет расстояние, например, какое-то. Ну, хотя нет, не очень. Ладно, давай, как я и задумала, просто поставлю стенку в магазине. Так, стенка, ты сюда. Женщины, вы вот туда вообще мешаете. Женщины, пожалуйста, не мешайте. Оп. Отлично. О, и как раз это. Оп. Как раз вот это. Угу. Так. Как раз мне нужен белый горшок. Белый горшок. Вот он. Оп. Белый горшок. Кисточка. Кисточка. Покрашена. Замечательно. Так. Да, конечно, еще влезет маленькая. Маленькая. Может, еще одну маленькую закажем? Стоп, там же была еще одна маленькая. Я две заказала. Я две заказала. Вот она. Да. Во. Круто. Слушай, вот так вот вообще бомба, естественно. Не хватает неоновой вывески, как по мне. Так, давай день закончим. Сколько можно? Сколько можно ничего не делать? Сколько может магазин быть закрыт? Хоть мы что-то допереставляем, ну как бы, ну хватит. Хватит этим заниматься, бессовестные. Так, это у нас тут не юбки будут висеть. Давай, не юбки, у нас будут висеть здесь вот эти вот топики. Так что нужна вешалка. Вот это. Вот, раз. Сюда. Тебя забираем. Упаковываем, продаем. И вторая вешалка. Вешалочка. Вторая вешалка. Туда же пойдет. Угу. Так, и отсюда сразу вот сюда, чтобы они начали носить это дело. Так, окей. Давай тогда юбки, например, у меня будут висеть. Юбки у меня будут висеть. Штаны, может, ладно, пусть будут сложены, но юбочки у меня будут висеть. Вот так вот. Можно даже, смотри, как сделать прикольненько. Так, давай-ка, оп, оп, вот так вот сделаем, вот так вот с тобой сделаем, дальше, вот так вот, так, нужна еще одна вешалочка, тебя, вот так вот. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот. Вот. Сюда посерединке у нас пойдут вот эти вот.
Женщина, уйди, мешаешь. Вот так вот. Как у мужских, так у мужчин, только так же будет у женщин. Так, вот это я упакую, это я уберу. Ты музыки не слышишь? Да что ты лагаешь? Перестань! Мне кажется, нужно задуматься разработчикам насчет оптимизации. Это слишком люто. Серьезно. Это очень люто. Не-не-не-не, подожди, слушай, вот же. Давай хотя бы 120. Почему она меняет мне кадры обычно на 60? Давай не полноэкранный. А какой? Я тебе скажу, что, ну, ты в принципе и так слева в углу видишь FPS. Это просто что-то с чем-то. Ну, у тебя более плавно это хоть выглядит. У меня просто жесть на полнейшая на самом деле. Огромная жестянка. Релагает. Ёпт. Так. Оп. Так, еще такая же нужна. Оп. Оп. Так, окей. Меня только сейчас манекены эти немного раздражают, которые везде стоят. Не пойми зачем. Так. Да надень обувь. Ну, начинается, начинаются эти баги твои иметь. Начинаются, конечно, 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 конечно. Естественно, что уж еще может быть здесь? Ну да. Так, давай лосина возьмем. Хоть у меня прибавилось работников, но они совершенно не успевают ничего сделать. Как обычно. Так. О, я отсюда ж могу поснимать, кстати. Я, кстати, отсюда могу все поснимать. Удобно. 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 А теперь я могу это просто все побросать. Так, вот это я упакую и просто отнесу на склад. Оп, и готово. Так, что у нас тут происходит? Женщина вот сюда. Это я упаковываю и убираю отсюда нафиг. Мне кажется, это легче продать, чем оно будет складироваться у меня. Так, женщины, женщины, женщины. Вы как? Вот тут постоите? Постоите? Постоите. Ну, конечно, еще б не постояли эти женщины мне тут. Так, мужик, мужик, мужик. Так, кого куда пристроить-то? Мужчины, куда вас поставить-то? Ё-моё. Вот так. Слишком много их. Реально, перебор. Перебор мужчин. Не, вот это мне, кстати, не нравится. Что-то мне это не нравится, реально. Я лучше вот так вот сделаю. Мне кажется. А? А? Красиво? Красиво. Красиво.
красивенько. Хорошо, это мне нравится. Так, мадам, постойте пока здесь. Так, ребятки, вас я тоже уберу. Угу, вот этот пьедестал нафиг уходит отсюда. Слишком еще много места занимает. Оп. Готово. А что, они все отдыхают? Они уже все разобрали? Ну, то как сейчас охренеть. Вау. Вот это да. Че у меня тут цветок стоит? Странные дела. Цветочка что-то стоит. Цветочка что-то стоит. Странно. Продать. Просто продать. Просто продать. Так. Давай вот так вот сделаю. О, неплохо. Так. Ну, думаю, здесь как-то не очень. Пусть пока так стоит. Пусть оно пока так будет. Так, и вот этот. Вот так вот. Вот. Так. А, музыка. Света музыка, естественно. Можно ее вот сюда вот припихать. Все. Слушай, наконец-таки перестановку мы сделали. Там уже можно будет чуть-чуть что-то подправлять, но это потом уже, естественно. Не сейчас. Так, это я покупаю. Вот это и сюда. Все стоят. Все стоят, ничего не делают. Так, ребята, вы уверены, что у нас все хорошо? Так, мужчина. А, две кофты, две этих. Надо количество посчитать, все ли верно у меня. Две этих, штанов нету. Почему-то у меня нет штанов. Почему они их не ставят? Подождите. Вот это дело должно здесь быть. Как мужские штаны. Как мужские штаны должно быть здесь. Прошу поправить это дело. Молодцы. Давайте. Так. Мне не нравится, как оно стоит совершенно. Я это, наверное, делаю больше вот так. Вот. Всё. Нормально. Чтоб не мешало. Так, хорошо. Что это у меня? Две этих. Штанов трое. Пусть будет этих двое. Окей. Так, двое этих, этих, два, 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 два. Красотка, красотка. Еще можно сюда на обратку поставить их, кстати. Так, ну, вроде все нормально. Все у нас имеется, все есть. Ну, хорошо. Перестановка готова, у нас все с тобой отлично. Так, что мы еще хотели в этой серии сделать? Забыла я что-то. Тут еще, кстати, есть место. Давай посмотрим, что у нас есть за новый бренд. Мы, естественно, можем что-то докупить. Оптовик бренды. О, давай-ка. Женщина одеваться, рубашка, футболка. Окей, значит, три позиции женщин. Пошли. Давай сначала выставим это все. Это мне не надо. Там, ай, одеваться, футболка, женщина. И пошло-поехало. Так. Блин, вы так красиво просто здесь стоите. Мне так нравится это. Ну, придется этот момент как-то убирать. Вот, давай вот так вот. Так, давай-ка я сделаю вот так вот. Так вот. Вот так вот. Во. Так. Поехали. Куда бы мне вас реально запихать?
Блин, эти манекены, реально, куда мне их пихать? Просто не понимаю. Совершенно они мне здесь не нужны. У меня какое-то нашествие манекенов, походу. Куда мне их столько? Так, ладно. Так, ну сюда мне столько, кстати, не влезет. Минуточку. На минуточку, мне сюда столько не влезет. На минуточку, мне сюда столько и не влезет. Блин, а что делать? Вешалок нет. Вот у меня одна позиция, по сути, сейчас влезет. Одна вещь всего. Всего одна вещь. И все. Остального у меня не влезет. Надо тоже что-то думать. Надо вешалки заказать для начала. Давай мебель. Вешалочки. Где мои вешалочки? Поехали. Так, и давай купим сразу новый бренд. Женщина одеваться, рубашка. Угу. О, какая она красивая! Вот такое платье я очень сильно хочу. Дальше рубашка и вот такая футболочка. На склад сюда привезите. И, естественно, сразу цены поставить, потому что я об этом забуду. Так, тут сразу есть новинки? Нету. Вот. 82. Давай, значит, 85. Угу. Дальше. Здесь 47. Давай 50. 50. Какой 500, ёпт? Какой 500? 50. И сюда 58, значит 62. Господи, посмотри, какое она бомбезное. Слушай, я если бы увидела в жизни такое, я бы, естественно, захотела себе. Оно офигенное. Оно офигенное. Просто опупенное. Так, давай-ка. А у меня есть женщина-манекен? Мужчина, мужчина. А женщины-манекена нету. Нужно женщину-манекена купить. Мебель. Снова, снова мне надо сюда возвращаться, покупать женщину-манекена. Так, раз, два, три. Поехали. Сюда магазин. Так, и вот сюда. Платится. Ага. Дальше, где у нас девушка? Девушка вот тут красивая. Красивая вот тут. Отлично. Вот, я вас сюда поставлю, и я вас сразу приодену. Боже, как это бомбезно выглядит. Я хочу такое платье. Господи, если ты видел в каком-то магазине такое платье, пожалуйста, скажи мне. Я очень сильно хочу теперь такое платье. Оно просто великолепное. Оно великолепное. Боже мой. Я хочу такое. Я хочу эту вещь. Я хочу ее. Ладно. Ладно. Ты заметил, как я заказала три позиции вещей, а в итоге еще с две? Так, что-то некрасиво получилось. Что-то некрасиво получилось, слушай. Совершенно. Вот. Так, а что дальше-то делать? Что дальше-то делать? Куда все ставить? Я даже вот и не знаю. Нет, тут уже по красоте все сделала, теперь я даже не знаю, куда что ставить-то.
Давай сюда. Вот эти вот возьмем вещички. И вот сюда вот. Отлично. Так. Дальше что? Что дальше? Дальше у нас, по идее, рубашки. Почему-то они не заказаны. Куда-то дели? А, да, их уже куда-то дели. Почему их уже куда-то дели, я не понимаю. Я просто не понимаю, почему их уже куда-то дели. Там штаны стояли. Почему их туда, ну, уже запихали? Я вот не пойму. Чего бы они это делают? Так. Мужик, пожалуйста, уйди, мешаешь. Максимально уходи. Максимально ты здесь вообще ни о чем мешаешь. Не мешай, не подходи, я прошу тебя. Уйди. Так, давай-ка я вот так вот сделаю. Окей, так, рубашечки мои. Красивые. Вот сюда. Раз, вот сюда, два. Вот. Все, сейчас они должны довешать. Тут прям розовая какая-то. Атмосфера. Так, хорошо. Примерно что-то так у нас и будет. Красиво, красиво. Мне нравится. Так. День заканчиваем с тобой. И давай напоследок с тобой, не знаю, может, создадим что-то свое. Платежи, кстати. Платежи. Оптовик. Специальный бренд. Специальный бренд. Ну, давай что-то свое. Разблокировать и редактировать. Хорошо, давай как раз-таки что-то мужское создадим. Давай типа что-то темное. Или может к такому оттенку. Интересно. Я даже не пойму, что это за оттенок такой. О! Что-то мужское розовое. А не слишком ли? Да нет, перебор. Давай наоборот, вот в эту область. Нет, слишком ярко. Слишком темно, больше фиолетового. Вот, давай вот типа такого. Так, дальше. У нас будут наклейки какие-то. Тут выбор такой себе. Я не хочу ничего специально сюда импортировать, качать, этим заниматься. Что-то не знаю, как-то, ну, такое. Так, футуре. У нас будет тут футуре. Дальше пати работает тут. Пати. Нет, нет. Так, что у нас тут? А, тут больше ничего интересного нету. Ну да, это ж не та игра. Это ж другая игра. Это у нас в другой игре намного все классно. Там всякие выборы прикольные есть. Так, ладно, футуре. Давай-ка тебе повернем. Еще будет у нас вот здесь вот футуре. Футуре, футуре. Так, метро, метро, метро. Метро. Окей, пусть так будет. Метро. Что еще? Инопланетное создание. Ну, это перебор. Даже не знаю, радоваться. Это что-то с чем-то, кстати. Это прикольно. Но я бы вот это вот убрала. Вот это как отменить? Никак не отменить, получается. Представляешь? Слушай, нет. Что-то надо здесь другое придумать. Здесь реально с наклейками вообще неинтересно. Давай я что-то тогда полазю. И потом мы с тобой это создадим что-то более поинтереснее. Так что все, закончим на этом моменте. Спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Напиши в комментариях, чтобы я оплатила счета, потому что я забуду. Свои идеи пиши в комментариях и не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все, всем пока-пока!